Нам нужен мир, войны не надо, читает София Бруско. Нам нужен мир, войны не надо, горячих точек пусть не будет никогда. Пускай у ваших сыновей семья и дети будут, а материнских слез не будет никогда. Кому война нужна? Зачем? Зачем нам слезы и могилы? Ведь убивают насовсем. Восстать уже не будет силы. И тех, кого хороним мы, не досчитается Всевышний и не поднимет их из тьмы. А каждый на земле не лишний. Любой живущий человек никем, нигде неповторимый. Прожить отпущенный свой век он должен честно, полно, зримо. Нам не ответит на вопрос, зачем друг друга убиваем, пока не поздно крикнем «СОС!». Поможет кто? Увы, не знаю.